О, салам алейкум. Алейкум. Халас. Ничего, привет, у тебя как? Ничего, нормально. Че мучите? Ничего, на районе. А? На районе. И вот, короче, на светике стоим, прикинь, рядом Леха со мной стоит, что-то хочет, прикинь, рычит, я как в тапу, бах, сзади всех в жопе оставил. Это вам, пацаны, мне тут все. Давай, ехать надо, да? Все, давайте. Ага, давайте. Че нового вообще? Да ничего, что касаемо. Да тоже потихонечку. Я пойди, тороплюсь, все. Да, всем это салам загоните, наверное. Получается, здесь вот цветы посадим, здесь все сделаем, здесь вот еле-еле посадим, здесь сделал, вот дорога шикарная, вот, старались сделали, сейчас работаем. Че это такое? Ну, шеф, вот, дорогу сделали. Ты же наша дорога. Работаем, шеф, стараемся. Бери. Бери. Давай, кушай. Мы с шефом прям ешь. Так, приказ сверху пришел. Теперь ты директор, а ты зам. Так! Шеф, уволен, все, мои ребята будут работать. Ой, ошибочка вышла. А все остается как было. Ну как бы, шеф, это жизнь, она такая, как бы, сегодня вы, завтра я, да, как бы. Ну сегодня же я. Шеф, все исправим, все сделаем здесь. Ого, Тишека, как ты? Нормально, брат, сам как? Давно не видел тебя, да, все, не шеф. Брат, я сейчас чуть тороплюсь. Ага. У меня твои цифры есть? Ага. Я тебя наберу на связи, бой, брат. Давай, набери только. Да. На связи, давай, на связи, брат. На связи, брат. Я буду ждать, брат. Давай. Фраза «На связи, брат». Вечный обман. Вот мы и на месте. Доктор Бейскенов, сисечный Гэндальф. Груди хочу, с грудей начнем, да? Эй, Жан, зачем тебе груди? У тебя же самые красивые. Правда? Интересно, а дома говорит, холмики, что за сопки ужасные. Говорит, а давай тогда глаза сделаем. Да мне просто бывает, а глаз косит вот. Вот, Аш, у тебя самые красивые глаза. Правда? Интересно, а дома сам бьет мне постоянно, так вправляет. Ты что делаешь? Заспи! Ты что делаешь? Честно говори, ну-ка, честно! Честно хочешь, да? В общем, доктор, выровняйте ей ноги, сусти ей талию, эти глаза ей увеличьте! Так, значит, да? Вот так, значит, да, козел! Я тебя просто проверяла! Доктор, извините, это просто проверка была. Жан, ты извини меня. Не знаю. Ты меня очень сильно обидел. Ладно, прими это в знак примирения. Нет. Я за естественную красоту. Уйди с дороги, дура! Да пошел ты! Овца жирная! Сам такой урод, иди отсюда! Давай быстрее! А я никуда не тороплюсь! Рыщи давай! А может, я ключи забыла? О, точно! А нет, не забыл! Я тебя сейчас перееду! А мне нечего терять! Давай! Ну смотри, я тебя предупреждал! Дура что ли, слезай! Не слезу! Домой меня отвези! Дорогая, я приехал. Ой, ты уже приехала? А я только с душа вышла, вот как раз вот прибежала, я тебе в духовке готовил. Я не с пустыми руками, подарок тебе привез. Вот. Магнитик. О, спасибо, дорогой, это так мило. Сейчас сразу повешу его вот сюда. Это вот везде-то в командировках было, вот я везде сюда все понавешивал. А это еще не все там, в машине еще есть. Пойдем покажи. Пошли. А вот. О, ХБ. Я прям сейчас примерю сейчас. Такой красивый, блин, спасибо большое, это самый лучший. Завтра еще пойдем донер покушаем. Я прям в этом и пойду. Будьте моя красотка. Что, халась, Тима? Ничего, нормально, сам как. Ничего. Что там вчера, что в клубе было? Ты капец вчера зажигал. Я в натуре весь клуб смотрел на тебя. Ты жестко танцевал, по идее, а? Маринка на тебя смотрела. Маринка смотрела. С ней уехал! Серьезно! Я в натуре!
же было, да? Нет. Не было. Да, а чё, почему не было? Блин! Тома, пусть я Тома в коктейле, сфоткайся вон там, пожалуйста. Я приехала загорать. Хочу, чтобы ножки загорели. Больничный взяла, отпуск взяла, отпускные взяла. 3 месяца зарплату копила, и вот я здесь! Красота, да? Доча, смотри, тут на меня мама не говорила одна. Говори тетя. Нет, даже тетя не говори. Вообще ничего не говорила. Одна дочка моя. Да, мама не знает. Ой, мама, говоришь? Девочка заблудилась, наверное, да, сейчас? Мама, здесь девочка потерялась. Мама, найдите ее, пожалуйста. Сейчас я узнаю, спрошу мне. Доча, я же тебе сказала не называть меня мамой. Ну, я тебе хотела сказать, что я нашла другого дядю. Вон он. Присаживайся, ага, вот сюда. Лезь пока, посиди. Ага, сейчас. Проходи, вот сюда. Пусть я присаживайся. Ага. Вот так, ага. Соль, после. Более послал. Уже час прошел. Кушать охоту. Может, что, накроешь хотя бы? Блин, нам просто человек опаздывает. Давайте уже дождемся. Я чуть остался же, да? А, приехал уже. Пакет приехал. Кто приехал снова к нам? Наш любимый Бакехан. Самый лучший, наш Бакешка лучше всех, наш Бакешка лучше всех. Рахует. В общем, Баке, сейчас покушаем, потом выпьем, потом поедем в сауну, потом поедем в караоке, потом на охоту поедем, потом одна просьба есть к вам. Ну это потом, сейчас первое покушаем, выпьем, а потом на охоту. В общем, у меня сын, короче, работающий, но... Решим. Ну ладно, это потом сейчас зайдем в сауну, охоту, там, караоке. В общем, пойдите, давайте покушаем. Давай, пошли. Седьмой. Четвертый, пожалуйста. Шестой можно? Папу. А как его нарисовать? Папу? А? Давай я тебе помогу. Смотри. У него были вот такие глаза. Такая вот голова. Алина, теперь ты. Садись. 5. Сейчас, короче, заходим. Смотри, ничего лишнего на людях не говори. Понятно? Ладно. Кто в гостях хозяин? Ты. А кто дома хозяин? Ты. Все, заходим. Ты детей уложила? А моей Гульке что-нибудь скажи, пули летит же, прикинь, пули. Вы что, я такого отношения своей жене не позволяю. Вы что, их надо жестко держать, жестко. Она у меня стряпка будто родилась, прикинь, так. По дому круги наматывает, прикинь, в день 5 раз стирается. 3 раза готовит, прикинь, 3 раза. Дети из садика забирает, на кружки водит. Я только так на диване сижу, так, пух, так. Потолок плюю, прикинь. Правда, иногда нужно подпопник, ну так, подпопник. Здесь так, шапал кинулся. И нормально, жестко нужно их держать. Вот так вот дрессировать нужно жен, жестко. Прости, блин, ну переборщил. Подпопник, значит, да? Шапал, говорит, я тебе сейчас устрою. Что хочешь? Я хочу заказать что-нибудь через приложение Зудмол. Даже не знаю. А там все равно недорого, как раз сейчас акции идут. Вот. Я вообще буду всегда молчать. А, да? Ну ладно, заказывай тогда.